Накануне в столице встречали паралимпийскую сборную Украины. Спортсмены вернулись из Бразилии с победой. По общим итогам Украина заняла 3-е место в медальном зачете. Всего в нашей копилке 117 наград. Это лучшие показатели украинской паралимпийской сборной за всю историю независимости страны. В этом году, несмотря на боевые действия и сложную обстановку в регионе, спортсмены Донецкой области также приняли участие в паралимпиаде в Рио и завоевали 12 наград для своей страны. 4 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых, а также